Красный завод, территория около 50 гектар, там плюс-минус, то есть ему никто не измерял. Ну, есть водные объекты, 36 или 37, короче, 9 гектар водных объектов. Ну, размножу я здесь скот, овцы, свиньи, козы, гуси, утки. Ну, вот такая как бы подстанция. Территория своя. Подстанция на сколько? На 10 тысяч? Территория вся обгорожена каким-то забором. То есть скот не может покинуть территорию, попасть там, на поля там, сельского сектора, либо АО Жирихова. Ну, свой свет, своя это самое. Подстанция. 50 гектар земли здесь. 10 тысяч вольт, да. Станция 10 тысяч вольт. 50 гектар земли. Что еще у нас? Что водится у нас в озерах? Сколько? Более 30? Рыба, все, щука, вся рыба. Более 30 озер. Вся рыба водится. Но это не озера, это водоемы. Это карьеры. Карьеры. Это не озера, а водоемы, такие карьеры. Сейчас мы вам все покажем, дорогие друзья. Пишите, ставьте лайки. Сегодня у вас на обзоре фермерское хозяйство, 50 гектар земли и то, что здесь имеется. Он, это все продается. Примерно вот такие вот водоемы. Пожалуйста, лодочка. Рыбы здесь хватает. Все эти водоемы, все они зарыблены. Можно и на лодке погонять. Так что смотрим, не переключаемся, пишем комментарии, ставим лайки. Кто у нас хозяин, бачите. Вот таких вот здесь. Чу! Опа! Вот таких здесь озер целая куча. Щуки только что. Таких щупаков видел. Значит, ужика. Ужик пошел. Мокрый. Серый интервью ведет, плывем. Да, на трассе. Москва-Брест. Москва-Варшава. Старая наша трасса. До Олимпийки она была. И по Екатерине строили. Поэтому обращайтесь. Один вот этот водоем, озеро, порядка 3 гектар. 3 гектара где-то здесь. 3 гектара озера, да? Да, одно. Все, подписываемся на зеленую прессу, а мы поплыли далее. Дорогие друзья, приветствую вас. Мы сегодня с моря. Ты где, на Карибском море? На фермерском хозяйстве с Васильичем. Вот такая недвижимость, короче, выставлена на продажу. Более 50 гектаров, земля, более 30 озер. Вот, гляньте. Туда еще. Короче, шикардос. Да, это вот откуда мы приплыли, оттуда вон там. Где-то там. А здесь вот местные постоянно приходят с удочками сюда. Уже все, да? А мы все плывем и плывем. Более 3 гектар. Я понял. Раньше ходили, сейчас не ходят. Здесь более 30 штук, чтобы вы понимали. Территория огроменная. Правильно. Щуки такие вот, бобры. Есть бобры. Выдры. Выдра есть даже. Есть все. Не надо, мы увидели, что тут дальше. Вот оттуда мы приплыли, да, смотрите. Да. Ах, какая красота, ребята. Рыба, мы уже видели 2 большие крупные рыбы, которая прыгала с воды. Это все выставлено на продажу. Все, приплыли, как говорится, приплыли. Ну вот это вот старый кирпичный завод, вот оно еще помещение под склады осталось, если надо. Пожалуйста, вместе с овцами стадо овец тоже входит сюда, уже не надо ездить по Беларуси их скупать, находить. Все на месте уже, все привезли. Трактор в придачу. Так, вот пожалуйста еще один трактор. Ну вот на территории находятся вот такие вот мелкие водоемчики. Они ограждены. Здесь как бы птица вся водоплавающая. Утки, гуси. Вот это башкирская цветная уточка. Пожалуйста.
И такие вот мелкие водоемщики, их здесь очень много. Их как бы сейчас мы не найдем всех. Почему? Потому что они поразбредались по своим делам все. Это просто бесплатное мясо. Вон они везде, видите? Куда ни зайди, они везде. Москва-Варшава. Теплицы вот такие вот сделаны, специально теплицы, это им загоны, они туда заходят и там ночуют. Бессрочном пользовании. Вот такие вот катушки, вот, там они несутся.